Подходи, сейчас их не имею. Сейчас их будут туда выталкивать. Я уже их на технику помогаю. Боже наш, слава Тебе за эту святую возможность собираться и прославлять Тебя едиными устами, единым сердцем. И все слышанное нам и от святых отцов, и Слово Божие, помоги сохранить в сердцах наших, исправить и отсюда выйти другими, с очищенными сердцами и разумом. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Игорь, ты будешь вести собрание? Есть что сказать? Надо, да мне всегда есть что сказать. Да. Договорите, вы, чтобы не раздражать. Вы да я рядом с тобой, это будет очень долго. Вот мы считаем, что у нас какие-то у всех переживания есть, когда касается нас. А вот ночью исчез бы материк, Австралия, Южная Америка, и никто бы даже не вздрогнул. Почему? Родных никого нет. Ну, просто поделились бы новостью, исчезли. А это люди, каждый человек страдал. Вот почему святые всегда просили у себя сердце, чтобы иметь сочувствующее всему, что где происходит. И надо было уговаривать людей, чуть ли не лукавством как-то подходить к ним. Голодают люди, ну голодают не в одном же месте, но Иерусалим на первом месте стоял. Матерь всем церквам. Это сегодня так приучили людей, что евреи ограбили мир, то другое. Ты забудь про это ограбили, а? Ты бы не сидел здесь, как бы не евреи. Ты бы не знал, как лоб перекрестить, потому что греки не приняли бы веру Христову. Ты не знал бы, что такое Христос, вообще не знал бы. То есть у тебя ничего не было, кроме языческого скотства. И поэтому апостол Павел, будучи сам, хотя и еврей был, но более всего от евреев и страдал. Вот сегодня, если одного киллера на кого-то назначат, где-то, ну, Политковская там где, и тебе уже не выйти живым. Это снайперы где-то будут охотиться, там, деда Хасана, там всех найдут и убьют.
А это 40 человек. И не просто заклялись, а не сяду за стол, не пить, не есть, не буду, пока не убью. Сегодня киллерам такое задание-то не дают. Он подготавливается где-то, высматривает, следят. Год уйдет на подготовку. Здесь никаких минут. И день, и ночь все перекрыто было. Интересно, как они кончили эту клятву? И Павел, это готовили сегодня просто кто-то убить, а те, которые могли быть спасены через него, так его не ненавидели. Нам это непонятно, как Павла можно было ненавидеть. Но ведь поднялась рука убить Пушкина. Мартынов не задумывался, стрелял в лоб Лермонтову. Это мы сегодня говорим, пушкинянское там собирается где-то. Не поднялась же рука на кого-то, а на Павла. Отрубить голову какого-то. Был воин, который мечом пронзил Христа. Все это в конечном счете подберется, на суде Божьем всплывет, и мы эту картину увидим. А где мы тогда будем? С нашими скорбями, мелочностью вот этой. И Павел говорит, я получил наказ один, только один. Когда я уходил, один наказ, и этот наказ всем везде, повсюду насаждал. Кто знает, какой наказ он получил? Не знаете? Не знаете. А я скажу, вы просто не поняли, о чем речь идет. О благовестии был наказ от Христа. А Павел говорит, и мне, апостолы, когда собрались, только один наказ дали, чтобы я помнил своих в Иерусалиме и собирал денежки для них. Да тут какое-то дело, это великое ли дело, деньги собирать-то. Один единственный наказ. И поэтому Ахайя преуспела, он ее ставит на первое место. Допустим, Павел говорит, я лукавством брал с вас, ну ж не мог никак уговорить, ну поймите, помирают люди там. Но помирает ты в Коринфе, в Эфесе. Почему для них не собираешься-то? Мне наказ был собирать для Иерусалима. Эти люди на особом положении находятся. В Писании так написано. И так и было. Надо вот свои собственные мысли, амбиции, предрассудки отбросить. Писание говорит, вопрос закончен. А как ты думаешь? А я вообще не думаю. Написано, я выполняю, и все. Написано, едиными устами будем славить. Мы разные уста там, здесь. Здесь наши единые. Мы не можем ни одного слова добавить. Вы запомните, что мы христиане, и плюс тому православные. У православного богослужения не может так. Вот как там хини, там все выходят, махнул руками, ползало, упало. Он буровит неизвестно что, говорит, валяется. Здесь чинно и стройно. Где поклониться, сколько поклонов, святые Божии. Пришло время крестопоклонное, земной поклон, неположенный, не сделает стройность во всем, тем более в богослужении. Не все это знают. Думаю, так, составлю, ну, лишь бы отстоять только. Я постоянно говорю об этом. Вы помните, есть люди, которые живут не так, как мы. И у них есть многое, чему можно поучиться. Поучиться. Есть люди, которые живут не как мы. И нам от них не надо принимать, потому что там очень плохое. Не просто так. А вот видите, это Запад. Вот меня когда судили и говорили, а вы понимаете, я в песне. Это зарубежный радиопроповедник. И вам что, все равно? А он проповедует о Христе. Яр Николаевич Песни. Это мой самый любимый радиопроповедник. Я услышал его в первый день, когда я обратился к Богу. Это образец. А мне это в упрек ставить. Почему? Если бы он проповедовал с Кремлевской башни, ничего, я возьми и сказал, скажи, говорю, ну ведь продаете же пшеницу и все канадскую, написано на каждом, идите пшеницу. Почему я должен духовно? Я смотрю содержимое. А мне разницы нет, кто там, звезда, говорю, или свастика, что там в котле лежит. Лишь бы варево было хорошее. Это поставили вину на суде мои слова. Как? Вам все равно? Я говорю, обложка все равно. Обложка обманчива бывает. И апостол Павел это помнил. Может быть, были какие-то упреки, почему ты их выставляешь, почему на первое место. Надо туда перенестись, ту обстановку, называется экстраполяция во временной форме. Я там, и как бы я поступил? Что я стал бы делать? Вот у нас не было ниоткуда такого постановления, что давайте все деньги собирать для Потеряевки. Или давайте все деньги собирать куда-то. Нет, мы каждый раз начинаем... с объяснением. Вот приехали к нам люди, вы знаете, директор библейского русского общества с Новосибирска, это их как подотдел здесь, Булатов Алексей Владимирович. Мы просто поговорили, он был здесь, у нас в книгах снимки его есть.
собирают деньги на то, чтобы работали переводчики, купить аппаратуру, переводить на другие языки Библию. Вы помните, как это было? И мы это поняли, приняли близко к сердцу. Притом не однажды собирали на это дело. Я подвожу к одному. Наши подготовительные работы могут закончиться очень быстро. Мы готовимся в этом году к длительной поездке, к далекой. Раньше мы выезжаем после богослужения, потом маленько раньше стали, за 200 километров, и к вечеру возвратиться. Нас возил Глушков и все время говорил, надо поскорее, у меня коровы придут. Мы не могли больше никак. В прошлом году, наконец, мы понедели, и потом на 2 недели стали уезжать. Если нынче мы уедем, то это минимум 3 месяца. Подзарядки домашней никакой не будет. Все, что с нами есть. Да еще обстановка такая, мы подготовлены были где-то на лесополосах, там ночевали, готовились с собой. Мы будем там, где ничего этого нельзя делать. Единственное, что можем, не кипяченая вода и сухари. Вчера я получил приглашение. В Москве затор с почтой, показывают везде по телевидению, никогда такого не было. Я только тут узнал, как получают люди. В Хабаровск нужно получить, говорит, посылку, я еще это беру только с интернетом. С Японии идет посылка до Хабаровска, но в Хабаровске нельзя ее остановить. Ее надо до Москвы дотащить, там зафиксировать, теперь в Хабаровск обратно отвезут, уже получат. Это вообразить даже нельзя. Но сейчас где-то промежуточные станции чуть ли не в Новосибирске будут делать. 500 тонн, только не разгружено, пока под небом, просто выкидывают коробки, все это, некуда положить ничего. И теперь дали, ну, за рубеж откуда, перестаньте присылать, мы не можем еще сделать. Неорганизованность, потом возможность такая, по интернету стали заказывать. И посылки-то не наши. Одна посылка 1,5 тонны. Выше на вот такого роста. В сетке все завязано, как металлическая или какая она. Говорят, и начальника вчера что ли сняли там. Рабочих наняли, которые распределяют чуть не в 2 раза больше. Но все равно как-то это растянется. И нам выслали приглашение, и оно там осталось. Спецпочта проскочила, спецпочта она не подчиняется никому. Сама, своим самолетом, свои. На Николая Кручину, на Виктора получили, а на меня нет. Я хлопотал, я стал, а мне выслали обыкновенной почтой. И только вчера я получил. Мы уже все узнали. Как-то Николай говорил, ну раньше были такие тут, кто заботился, другие организации, надо было доплатить, и они в Новосибирске, я против этого. Но чем ближе подвигалось к делу, я все копался в интернете и нашел такая организация в Барнауле, которая берет на себя все эти, не надо ездить туда, нас еще связывает Витя в дальнем селении, он по грязи не может до станции просто дойти, а требуются документы, которые надо в Мамонтово. Что он владеет имуществом, какой заработок у него, это только мама-то дает. Он не может вырваться. В среднем нам нужен на каждого примерно так, примерно по 300-350 тысяч. И вот как Господь все устраивает. Сбор не делали мы, не делали. Я просто говорил, собирайте у себя сколько будет. Ну понятно, что если такой идет сбор, то что-то надо маленько думать. Думать никто не настаивает, это не десятина. Десятина это строго обязательно, это твое дело. И Господь сделал так, что Николай уже обеспечен, без рубля, с общины, полностью. Я обеспечен, на этой неделе полностью обеспечен. Другие республики, зарубежье приняли участие, уже деньги выслали. Представьте, сразу звонок, пойдите получите в контакт 1000 евро. 1000 евро, а мне все только 3 надо. Разовое. Ну и другое где-то. У нас остался Витя. Витя ни связи, ни с миром нигде не имеет. Поэтому, если я раньше говорил, что на 3, сегодня на 1 осталось. Ну и вы даже понимаете, что это такого у нас события не было. Сколько дать? Гляжу, сегодня приносят 100, вторая приносит 100 рублей. Вы сами понимаете, что это за деньги сегодня? Если такая сумма нужна, 100, но я по-еврейски, я и маленькая, скажу, в руки я не беру. Приготовьте, Витя будет на неделе здесь. Вырвется, договорится где-то. Но ему еще полностью не распечатанное. Вроде договорился с братом где-то на Востоке. На чем остановился разговор? Ему брат с Востока вышлет, но немного, всего 50. Ну вот, понимаете, что? Поэтому, если я достучался до вашего сердца, не до ржавой железки, поэтому имейте это в виду. Я что могу сказать? У меня 5,5 тысяч. Я отдаю сразу 4 месяца. Все до копейки.
Но у меня больше нет ничего, шапку никто не купит ее, сапоги мои никому не нужны. Но мы все равно поедем. Там столько еще препятствий, которые, может быть, и не перейти никогда, но мы должны дойти до конца и сказать, дальше нас Господь остановил. Так что сегодня постарайтесь заплатить, говорю, дать через Людмилу Степановну. Я их даже пальцем не прикасаюсь, они мне не нужны уже. Украина очень сильно посодействовала, помогла. Другие, кого не просил, сами просят люди, можем мы вам вышлем. А вас я все-таки лицом к лицу. Прошу, постарайтесь. Сегодня, завтра, послезавтра, видите, когда приехать обещал? Он приедет в пятницу, то есть в пятницу. Значит, у него уже должно быть все. До пятницы, что можете? Барана, быка продайте, принесите. У кого еще есть? Поглядите. Следующая пенсия, она ваша уже будет здесь. Брат едет с нами, у него ничего нету. Брат, который благовестник, который не пьет, не курит, у него ни рубля не курит, но платит сельскому учителю, сколько платит-то? Срам один. И там указание, вот, допустим, мы на первое думаем попасть в Германию. Данные за сберкнижки, зарплата не ниже 20 тысяч. Он их в глаза такие не видал. А если ниже, значит, он должен теперь с книжки там показать, что у него на книжке лежит 3000 или 5000 евро. А Витя шофер, ему 3000 не обойтись, ему минимум 5 надо положить. 5 и 4, 20, 215 тысяч надо ему собрать. Это не деньги для нас, ни два, ни три человека. Вы знаете, сколько мы участвовали, в каких делах. У батюшки был тогда знакомый, батюшка там сгорел в Беларуси, сразу собрали. Душенов был. У нас всегда было, говорится, шестизначные цифры. Подумайте, помолитесь, чтобы сердце было расположено. Игорь, хорошо, маши руками. Что-то опустил руки, скис. Я уже перевел. Скажи, 100 рублей это никакой не выход, но мы это берем, сколько может. Ну, 100 рублей, это они прям практически с места не сбегают, а всего только 2 евро, 2. А нужно-то тысячи. Остался один Витя. Я повторяю, ни рубля отсюда не будет с общины, все равно поедут. Бог так сделает. Бог слышит. И о нас многие молятся об этом. Молятся и сейчас благодарят везде, кто узнали, что вчера я получил пригласительное. Она дошла. Понедельник, завтра понедельник. Брат Николай меня повезет уже определенно. Снимается, где платить. Тут все дело не так, как мы думаем. Медицинская страховка. До 70 лет, допустим, ну 3 тысячи. А с 70 лет до 75 – 6 тысяч. В два раза больше. А если 76-80 лет – в три раза больше. Может быть, по смыслу и понятно. Сейчас старый-то заболеет чаще. Поэтому из-за него такой… Ну, никуда не денешься. Просто не хочешь, тебя никто… Это не первая необходимость ехать-то. Итак. Павел говорит, чтобы я не был постыжен, когда приду, и не делать сборов. Вы заранее это сделаете. Людмила Степановна подготовит, свидетель встретится и из рук в руки ему передаст. Я вас задумался, собираете, сколько там, 30 рублей, я и в глаза не вижу, платят, остальное, если что-то останется, останется. Я и в глаза не вижу, чтобы не думали, я что-то собираю. Это все во славу Божию. Теперь я говорил о сочувствии. Кто-нибудь смотрел «Следствие ведет» и дальше написано «Леонид Каневский». Кто-нибудь видел такую передачу? Ну, есть это. Вот. Их много-много-много. Он имеет доступ до архивов, ему помогают государственные организации. И что было в милиции, самые большие громкие процессы в Советском Союзе были. И вот он последнее ведет, написано, говорит, «Превосходящее Чикатило». 20 лет не могут найти убийцу. Школьник ворует девочек, насилует и убивает. Одна, вторая, третья, уже вся милиция, Москва давит найти, ничего не могут сделать. Арестовывает наконец одного и показывает, как допрашивает, голова там месиво, избивает его. Человек не выдержал, повесился в камере. Поймали. Опять началось. Это значит, тогда милиция придумала, это не один Чикатило, а их два действует. А его никто и не ловил. 14 человек отдали под суд и осудили, а его не поймали. 14 человек! Это 14 родственников, семей, у кого есть. Все смотрели, а мы не знали, муж-то мой маньяк. Девочек давил и все. Его осудили там, и они мотают сроки. 14 человек. Это какая же у нас милиция? Это, говорит, мусоров-то этих, говорит, куда девать сегодня? И они на пенсию пошли.
И все это показывает по фамильным, все. Но это государственно, ты не придумаешь ничего. И потом, только ровно через 20 лет, уже в 2005-м поймали. Тракторист с другого места приезжал на велосипеде. И что он сделал? Только он сознался в чем. Даже милиция не знала, в других городах было. 80 девочек уничтожил. Это сколько бы нарожалось еще население? 80. Все уже встречают. Мать прибежала. Сказали, урок последний не кончился. Надо быть сколько еще до конца уроков. Она побежала, мать, купить магазин. Прибежала. А ему говорит, учительница раньше распустила. Она со всех ног бежит домой, забежала. Нету. Нету. А показывает девочка, заходит в подъезд, а рядом подвал. Ее мужчина тут раз и в подвал. Но мать, говорит, звериным чутьем, говорит, чуяла, что что-то неладное где-то здесь. И ночью не находит, она задавлена, еще теплая лежит. А он на велосипед сел и уехал. Нелюдь. Я не об этом даже, не о нем, о нем чего говорить, тут понятно все. И он сегодня еще живой, его не расстреляли. Мораториум на казнь. 80. Выложи их всех в ряд. Посмотри взглядом. Какое горе родителей. Какое горе тех, которые сидят. Твое-то горе какое? Ну, сноха тебя обидела, зять не по-твоему сделал. Вы помните то, что вокруг нас совершается. Какие страхи, какие ужасы люди переживают. И скажешь, мое-то оно, как говорят, выйди на веса не стоит. А что я должен обо всем этом знать? Не знай, но хохотать уже не будешь. Широко рот раскрывать не будешь. Ты помни об этом. Потому что все мы человеки, и никто не застрахован от подобного. Мы же не знаем, остановит кто-нибудь с пистолетом, там никакая собака не поможет. Бог. Только Бог. Мы только знаем, в каких государствах нас уже ждут. Уже договариваются, как собрать людей, чтобы к нашему приезду все было готово. Нам больше, чем на 30 дней туда, видимо, не дадут. Да и нужны, потому что за каждый день надо страховку платить. До 5 евро, что ли, там, до 6, я, может, не так сказал? Нет, там, не больше евро в сутки. В сутки? А где же тогда про 6 оговорено было? 5-6. Это, наверное, нет, медицинская. Нет. Ну, вот медицинская страховка от 70 центов, ну, евроцентов, и, ну, для вас, соответственно, будет 1,5 евро. Ну, тоже надо где-то взять. Это маленькое как будто наше дело, а сколько за ним есть неизвестного. Теперь нужно, мы подготовили груз узнавать на когда. Все-таки в мае, половины мая, будем свой груз отправлять туда большой. С машиной, спецмашиной, а там тоже где-то 50-60 тысяч надо будет, да? Да, потому что ближе к Москве мы не сумели перетянуть, а ближе к югу оказалось. Ну и за это благодарение Богу, если еще там не откажут. И все это я должен... Все время должен сердце вот так колотиться и работать над этим. Как погрузить? Вот сестры работали здесь целую неделю у нас. Мы проверяли все, они завязывали, записывали в одну сторону. Все это снимали с крыши, где книги хранились. Мы туда приедем. Приедем. Наша машина пройдет или нет? Советская. Сказали, пройдет. Я не вижу, Николай, договорите. Все сделайте возможно. На неделю раньше приедем. За неделю... Там можно говорит, перебрать ее по винтику. Дальше, с таким грузом. Мы спрашиваем здесь, где никто не знает, пропускают или нет. Так, с таким грузом никто никогда не ездил. У них сразу мысль такая, а какую пошлину платить? Какую пошлину, когда я даром везу? Я везу в дар. За книги пошлину взять на границе. Ясное дело, что ну, не было такого. Просто не было никогда, никогда, никогда. Мы делаем дело абсолютно невиданное. И пройдем мы или нет? Только Бог делает. Вы вспомните, как описывает Бойко там про себя, которые сидели. Лагерь смерти, Дахау. Не выйти ничего нельзя. Я, говорит, иду, ну что, охрана, двери раскрываются. Я, говорит, иду, вдруг дверь распахивается. Часовой один смотрит туда, другой сюда. Я прохожу дальше, прохожу лес, захожу. Не только о Бойко, я говорю о других. А что, Бог закрыл глаза, никто не видит. Бог закрыл глаза, и никто не видит. Мы Евангелие везем, Евангелие. Правильное понимание Слова Божьего Евангелия. А он что, заключенный, исходящий на нет, там, дизентерия, что у него, идет, и в это время в лесу видит, лежит смятая бумажка. Смятая бумажка, да это не гигиенично брать чужую бумажку. Он ее берет, разворачивает и считает «Отче наш». Он впервые услышал, этого было достаточно, чтобы он обратился к Богу. Смятая бумажка в туалете.
Да невероятно. Но это живой человек, Николай Ерофеевич, всемирно известный человек. Да, он православным не стал, он там баптистом был. Но это наша вина. Все, которые оказались вне православия, они из-за того, что мы не смогли показать, чем ценно православие, чем мощами только одними, деньгами или чем, крутыми машинами у кого-то. Православие ценно тем, что оно целомудренное, всеохватное, любящее. А это такого не знает, мы только на книжках показывать можем. А нам хотелось бы на деле показать, на деле. А как показать-то? Не заочно. Я из этой уже области, из разговоров уже вижу, нет смысла выходить. Хорошо им, Игорь, передай, хорошо. Я вчера дал, Валера, я Лене дал дочке твоей, что там нужно перевести. Сходить на неделю, отложи какие дела там, отпросись, сделать 4 перевода на разных языках. Основное, я всего 12 фраз беру. 12 для нас достаточно, чтобы проехать. Английский, немецкий, французский, испанский, чтобы... Ну, мы в такой сфере, что достаточно бывает, чтобы поняли люди. И далее, чтобы, если Господь благословит, мы должны выезжать где-то, желательно, раньше 1 июня. Потому что там еще пока к югу спустимся, пока поднимемся кверху, чтобы 10-го шагнуть через границу. Там уже назначено, пойду или не пойду, а счет уже включается. Все, там играть никто не будет. Нам непонятно совершенно с Англией. Это шенгенская зона, она не входит. Если мы в нее выйдем, обратно-то нас запустят или нет? Вход-то только один. Если не запустят, значит, копать надо дождевик червей и сидеть там рыбачить. А зимой по льду приехать. Как? Сейчас все узнаем. Говорят, легче, там вроде в Германии, ничего не знаем толком. И все по-разному. А я вас заряжаю, это ведь положительный. Энергии. С нами Бог. Подумайте. Вы с нами все будете. Если Господь благословит, то что будет? Мы закладываем очень мощный фундамент. Вот одна в интернете пишет. Я не знаю, это мне Михаил прислал. Батюшка, там какому-то батюшка или кому. Что ты, Игнатий, привозил книги Лапкин? Да, книги в библиотеку-то. А библиотеки некоторые книги заблокировали, никуда не выпускают и держат. Но уничтожения еще пока нигде ни одного случая не было. Не было. Почему? Звонок поступил в сепархию. Он это все записывает в сепархии. А что? Книги эти неодобрительно отзываются о Московской патриархии. Какой эталон-то какой? Нужно одобрительно отзываться. Да ты знаешь или нет, кто все время хотел, чтобы одобрительно отзывались? И где они находятся, эти люди? Ни один не сказал, что говорит неправду, пока ни один. Но что делать с книгами? А они у вас же есть? Есть. Никуда не девать, никому не давать, сейчас мы приедем. А почему? Книги эти очень нужные для церкви. Ну а что люди-то знают-то? Мы, говорит, отдали. А теперь она уже обращается к людям в интернете и говорит, если книги, они вредные, так зачем же церковь забрала их? А если не вредные, а я уже против Лапкина что-то говорила, что это сектант, и теперь мне надо прощения просить у человека. Вот это неопределенности, это они ставят, не я. Притом все библиотеки расписались, ни одной книги никуда не деть, сохранить. Они их всех заставляют нарушать обещания, подписанные с их печатью. Да если дал слово, так ты знаешь, что такое слово дать перед Богом-то? Сколько их людей они наповал приготовили сегодня? Это не кто-то, а священники. И не какие-то православные патриарши Московской патриархии. Они ни перед чем не останавливаются. Я вот перед ними, они это будут слушать, смотреть. Вызывайте меня на суд в Синод. По книгам. Но только во свете Библии. Ну 11 лет уже, 12-й год. Могли бы одуматься и сказать, у нас же есть эксперты, там, Дворкины. Ну давайте, где-то. А они все опираются на исследование, которое провел Волков. Здесь у нас был. Волков. Слава. И вот Слава еще написал Игнатий. И говорит, что служба, просвор должны быть на опресноке. Да кому это нужно, опресноки или квасные это? Два или три раза аллилуйя говорят. И они все на него ссылаются, как великий современный богослов, теперь его Волков Вячеслав. Это великий, несравненный богослов. Вот ведь как все быстро растет. Ну а я-то, чьи труды он исследует, я мошка, обложка под ногтем. А он мои труды исследует, он великий богослов.
по краешку книжки прочитал, и уже великий богослов. Значит, книги чего-то стоят, я другой вывод делаю. Как Семкин профессор говорил, чего-то мы стоим, если вокруг нас столько людей крутятся и исследуют. Мы поедем туда, где мы недоступны для них. Здесь они еще могут через губернатора, губернатор там ничего не значит. Ничего. Они не могут ни в Грузии, ни в Армении, нигде ничего действовать. А нас там уже ждут, уже договоренность. Мы можем теперь быть, если только Господь нас пропустит. А если не допустит, ну от Бога зависит. Значит, там ждет нас смерть, и Господь поставил преграду, мы знаем. Он море взволнованное делал, корабль колеблется. Вы слышали сегодня, как Сиона это было? Но мы-то воли Божией не знаем. Но внутреннее побуждение мы имеем для свидетельства об истине, которое дал нам Господь. Вы помните, что я вам сказал на неделе? Выкупите Витю. Выкупите. Тем более непонятно еще, надо ли на книжку это ложить деньги, меняем когда, а потом книжку эту, сберкнижку сфотографировать, после этого деньги опять с книжки снять. Нужны ли эти операции или достаточно бумагу показать, что мне дали в банке? Вот Николай говорит, что ничего больше не надо. Вот мне прислали, я получил деньги, где-то 1000 евро, и мне дали справку. Достаточно. Теперь я на 30... Мне-то всего надо 1800. Ага, это там у них 50. Вот какую цифру я сказал. То есть из расчета мы месяц там 30 дней, на каждый день я должен представить 50 евро. А сейчас некоторые даже говорят 60. 60. Вот 60. 60 нам сказали. 60. Ну 6,18. 1800 евро у меня должно быть. Туристических еще. Видимо, цены там меняются. У нас так мы и только на себя. Еще и машина. Видите, насколько необычно. Потом вы будете вспоминать, нас не будет, будете молиться. Мы должны выходить другими. Богу не угодно, когда человек сидит на одном месте, квасится. Это не угодно. Маав сидел на своих дрожжах, и вкус его оставался в нем, как непереброженное вино. Никто не трогает, я сидел спокойно. А люди, которые много трудились, вот я сегодня только посмотрел, я никогда не знал, как поносят Солженицына Александра Исаевича. Это ужас какой-то. И кто, которые ни дня не были ни в лагере, ничего. Архипелаг ГУЛАГ рвут на части. Путин, который сидит договаривается с его женой Натальей Дмитриевной Солженицыной о том, что в программу школьную вводят, уже все утвердили это дело. Они прям лютуют. То ли коммунисты, то ли кто. Да кого они говорят? 66 миллионов. Всего только 300 тысяч было. При освобождении только Березка, когда это амнистия была, одновременно, кажется, 2 миллиона 600 тысяч только. То есть они сумасшедшие. Ну такое поношение, притом нигде ни одного слова нету правильного, ни одного нет. А какие он, на кого ссылается, а что говорит? У него тысячи свидетелей, с которых приходили, которые сидели. Он сам прошел там 7 лет. И тоже я не знал, что посмертная Кеннеди, Джона Кеннеди, Фицджеральд, такое поношение на мертвого. У людей ни стыда, ни совести нет. Человек умер на посту. Какой он был популярный, что ничего это не касается. А вот где-то что-то был, там Мэрилин Монро там все собирает. Даже если это так, какое это отношение сегодня имеет? Он мне не друг, я его не знал. Я в армии был, когда его избрали. А уже здесь, в 63-м, кажется, его там когда 20 какого-то октября убили. Микоян туда ездил и был. Ну, поношение прям зверское такое. Так, я притягиваю к себе. Не надо удивляться, если на нас что-то где-то говорят. Поношение какое на них, нам никогда такого поношения не дадут. Мы недостойны. Ну, посеньки и шапка. По нашей значимости и поношение такое, оно ну, просто махонькое. Ну, говорят против. Ну, назвали там какие-то людоеды мы. Ну, еще людоеды. Ну, мы во время поста людей не едим. Хотя бы это можем оправдаться. Вы когда что-то услышите, кому где-то думай, а ему намного тяжелее, чем мне. Вот этот там Ник Вучич, ни рук, ни ног родился, всемирно известный. Какое мужество в людей он сегодня просто вкачивает буквально. Люди слышат, видят и женился. Женился на фотомодели. Ребенок родился. Видела, нет? Да, ребенок. Как на коляске она везет, рядом с ним идет. Целует его. Да. Никогда, никогда не опускайте руки, зная, что с нами Господь. Он силен, и дело перед нами стоит, не зависящее от нас. Я привык действовать, а тут я ничего не могу действовать. А действовать негде, я только залез в уголок.
только помолился. Известий нет. Но в понедельник, первый день, когда я знаю, как делать будут. Меня Николай берет на машину, везет, фотографируется, там заплатить деньги. Тут уже мне делается понятным. Меня все время надо брать на абордаж и тащить. А дальше уже по этой дорожке, и видите, но Николай-то сам себя обиходит. И представьте, мы поедем. У вас в молитве мы постоянно будем. А мы с вами. И вот пришло это приглашение мне. И указывают степень родства. Она пишет «Онкл Эфрау». Что такое означает это? Дядя. Дядя по маме или по... Дядя моей жены. Дядя моей жены. Он ее уберет, кун, его Ронни. А он принял крещение православное, теперь Роман. Ронни. Но там он не Роман, там в документе Ронни стоит как. Кун, что ли, фамилия его. Вот такое дело. Где-то нас ждут, а где-то и не знают, что мы приедем. Я всегда смотрю немного вперед, и как это будет. Апостол Павел шел пешком. Какие? Да мы-то едем на машине. У нас деньги. У него вообще ничего не было. Никто ничего не слышал. А мы еще только стали говорить, а нас надо в другую комнату, в интернет, а там роликов тысячи про нас. Да там вот так. Павел вообще никому не известен был. И Петр также шел, и другие апостолы. Апостол Фома в Индии где? Первое это у царя дочь это, замуж выходит. И туда. Ну, поверим, 6 октября по старому стилю. И что он там? Пока-то мы маленько отвлеклись, он жениха с невестой в другую комнату и стал им говорить. А вам жить-то вместе не надо, развести их надо. Представьте, на свадьбе пригласили человека, он свадьбу всю им поломал. А почему ты решил, что мы не должны жить вместе? Потому что вы-то видите, вот сейчас брачная ночь будет, а я вижу, что она прошла, и будут рождаться дети, я вижу, какие они будут подрастать, негодные дети, злобные будут, больные, и вы от их рук погибнете. Вам надо это или нет? И они должны были поверить, только один человек его там против сказал-то. То его поставили черпать воду, тут же напал лев, или кто там оторвал ему руку, и эту руку принесли тут же, которую рукой он показывал, эти виновники где-то. Буквально 10 минут эту руку уже принесли. Я говорю по житиям. Поэтому все впереди. Если мы это дело пройдем, тот участок, который назначенный, ну, мы тогда увидим все благословения, какие дает нам Господь. Усилить молитву, это на первом. Усильте молитву о том, чтобы ваши сердца расположились к этому делу. Это непременно. Без этого ничего не будет. Я ничего не могу вот, сказать тебе, кроме того, что есть. Говорят, пример действует больше. Ну, не всегда пример действует. Это, конечно, проще еще сказать, будь я на твоем месте. Это вообще стандартная формулировка. Был я на твоем месте. Вот смотрите, вот дети. Для родителей говорю. У нас потеряевки. Представьте, дети ходят. 5 ребятишек. Нынче они в церковь ни один не ходит. Ни один. И у них попыток нет таких идти. А почему? А им кто-то сказал. Кто там? Папа, мама, мама. Доверие такое. А теперь и уже пост не постятся. Едят и перед другими хвалят. А мы сливки едим. А вы... Какой вывод сделал? Я делаю вывод один. Это не в родителях дело-то. Дело в том, что неизбранность детей. Конечно, они ответят за это. Вот тут я прикидываю на себя. А если бы ты был да в таком возрасте, и так бы была мать... А мне этих преград не было. 4, я как помню, года уже. Очень хорошо, если я себя помню, 4-летнего, 5-летнего. Брат старше на 5 лет старше меня. А там сырщики, это творожники со сметаной. Мать, ну как, аляпушки делай, чтобы они застыли-то. Брат идет мимо, подмел один. А его нет, мать, смотри, крысы появились, таскают. То ли она серьезно верила, что крысы таскают. Крысы-то действительно таскают. И мне, я никогда не буду есть пост. У меня страх был вот в таком возрасте. Я не нарушил пост ни в тюрьме, ни в армии, ни в больницах, нигде. Страх. Это избрание. Я сделаю так, а как это перед Богом? Ему даже никакой нужды нет. Дети не ходят в церковь. У меня отец, мой родной отец, Тихон Дмитриевич. А родной брат жил его, Степан Дмитриевич. И они с какого-то момента, может, я виноват, стали враждовать с собой смертно. Потому что я ходил к дяде, ну и жизнь моя стала меняться, он божественные книги читал, еще не Евангелие. А отец мой хотел, чтобы я был коммунистом.
тогда остальных детей я как-то вытащу, буду начальником. Какой замысел-то был-то? И он просто смертно ненавидел дядю моего, и ходить, ну, я не могу пойти, отец. Но если они ложились спать, я потихоньку и к дяде ночью ходил. Почему? Я хочу знать. Это мой дядя. И у меня преград никогда не было непреодолимых в жизни. Против, все будет. Посты я выполню. В больницу, операцию. Манная каша, я говорил, нет, я не буду есть сколько. На 5 дней до Рождества осталось. И врачи забегали, все принесли. И откуда Бог сделает так? Ты Богу доверься. А здесь ни один ребенок даже попытки не делает. Как я должен понимать? Вот стоят некоторые у нас соглашенными. Из-за чего? Из-за какой-то бороды там, из-за волосинки одной. Даже вообразить нельзя. Ты уже вне церкви находишься. Ты подумай, что ты делаешь. Я проиграл такие варианты. Я на корабле плаваю. И кораблекрушение. Я как Робинзон Крузо на отдельном острове. И там только одна какая-то туземка. Такого русского нашли. Он вышел, живет с туземкой на острове один. И я бы оказался так. Стал бы я жить с ней или нет? У меня стояла преграда. Не венчаны, этого делать нельзя. И все, на другой конец острова ушел бы, другой норе жил. Намертво стоял на этом. Это нельзя. А сегодня понятия никакого не имеют. Это избрание, когда Бог над тобой простирает длань свою и охраняет тебя. Я самые невероятные ситуации себе придумал, а как бы я поступил здесь? А вот если бы так, я не знаю, как я поведу себя перед смертью, но думаю, попросил бы, как у святых принято, время, хотя бы минуты три помолиться за врагов. О себе мне не надо молиться. Я уже на себя отмолился, как говорится. Господи, прими дух мой, как Стефан. И молитва кончилась. Как о них помолиться? Он будет резать горло, перерезать благодаряще Бога. Все мученики, они потому мученики, что насильственно жизнь была оборвана. И, допустим, мы попадем в руки чеченцев там или кого-то, ну, не таких, которые нормально, а которые все подряд режут. И я только Бога буду благодарить, скажу, мечта моя, не мечта, слово нехорошее, но желание мое исполнилось. Сказать о Христе хотя бы несколько слов. У меня на полном серьезе мысль, что мы, может быть, с Рамзаном Кадыровым встретимся. Я хочу подарить ему Новый Завет и прочее. У него биографию, почитайте, я на форуме выставил, какая. Там есть чему поучиться. Вот его жена, там дети, ребенок, как они все одеты стоят. Да сравнивать даже не с чем с нашими. Обнаружили у него 11, что ли, тайных тюрем, в которых противники содержатся где-то. Его обвиняют в этом, другие это. Но он установился мир, никак он. Убитых там нету. Но сказал, кто будет принимать этих, которые убивают людей, дома сразу сжигать дотла, их больше некуда приходить. Ты как хочешь, решай. Но мир стоит, приезжают туда и представители власти. Ему тоже не мешало бы иметь то, что мы имеем. Ну это уж как это фантастика. Ну Бог-то все делает реальным. Мы думаем об этом и об этом конкретно молимся. Вы услышали? Начинайте молиться с сегодняшнего дня, чтобы встречи наши были благословенными с нужными людьми. Чтобы опыт, который дал нам Бог, мы сумели им правильно воспользоваться, как Богу нашему угодно. А что сказал насчет детей, вы сами себя проверьте. Ваше избранничество перед Богом – это в желании молиться. Вот представляете, был такой самый знаменитый проповедник Билли Грэм. Многие слышали. Его спросили, вот вы благовествуете во всем мире, ну, самый знаменитый проповедник в мире. На первом месте он стоит. Там президенты, это для него странно. Даже здесь при патриаршем престоле, этом храме он проповедует, и патриарх там рядом где-то сидит, слушает его. Ему спросили у него, что самое главное? Он говорит, три условия. Для успешного благовестия нужно три условия выполнить. Загибайте по пальцам. Первое. Это молитва. Второе – это молитва. И третье – это молитва. Все. И тут же приводится, как протестанты в Англии начали молиться о пробуждении. Молятся. Всех подняли на ноги. Молятся год, два, 100 лет. И пробуждение началось только через 100 лет. А кто дожил? Никто не дожил. Эстафету передавали. Они разбили сутки, как вот у нас принято, часовой, чтобы все минуты были заняты молитвой. Не так, что мое время, сейчас, ну я там, как обычно, 7 минут помолился и все, чтобы все минуты были заняты. 100 лет страна молилась, а пробуждение началось на целую серию стран. Я говорю то, что я прочитал. А какие они? Перед Богом все. Я говорю о молитве.
Если в молитве нет необходимости, проверить себя нужно. Срочно идти к врачу. Срочно. Там, может быть, ничего нет, все сотлело, и все валяется уже где-то. Валяется выброшено, никому не нужно. Молитва? А Бог что, без молитвы не может сделать? Вы запомните, почему люди говорят, ну ты молишься, а я не молюсь. Какая разница-то? У тебя нет еще, у меня есть. Бог не нарушает принцип свободы. Сотворил по образу подобия своему. Свобода. Свобода. Я просил у Бога, и Он дает. А другой не просил, а ему Бог это дает. А ему это не надо. Чего мне Бог навеливает? Я это не хочу. Я просил. Но пришло одно мне, ему. Ему это не надо. Это Бог насилует меня. Я не хочу, Он меня толкает именно к этому. Свобода. И когда ко мне приходит то, что я просил, я понимаю, это получено от моего Бога. Смысл самой молитвы, это не то, что я попрошайкой все время прошу, дай, дай, а Бог, как говорит, палочка-выручалочка, даст, да будет воля твоя. Вот завершает все. Некоторые говорят, ну, Бог грешника любит, а грех не любит. Это все выдумка. Бог никого не наказывает. Просто вот это не кто-то, архимандриты православные говорят об этом, пишут. Как не наказывать? О наказании в Библии написано намного больше, чем о благословениях. Намного больше о наказании. А почему? Златоуст говорит, знаю, многие презрели бы обещания будущих благ, если были бы свободны от наказания. И люди, которые учат детей своих, вот ты будешь хорошо учиться, по математике пятерка тебе 5 рублей, там по русскому у тебя труднее, но десятку дам и проще. А другой так учит, еще одну пятерку, эту двойку получишь, я себе же 3 шкуры спущу. Ты думаешь, какой будет лучше учиться? И как учат? На этих шоколадках далеко не уедешь. Это вырастет эгоист. Он шага не сделал. А этот понимает. Это необходимо. Это сегодня протестанты все об этом говорят. Ты поставь перед неотвратимостью того, что грядет суд Божий. А если этого нет, папа, мама сказал, это после Божьего только. Папа и мама. Да еще папу и маму проверять надо, по Божьему ли они говорят. Если этого нету, рассуждения, ну а тогда зачем она голова вообще нужна? Я не знаю, кого вот слово «десятина» как трогает. По времени, когда я Иоанна Златоуста прочитал, я мгновенно поверил. Он говорит, Бог требует десятину себе во времени. Как? Ну, 365 дней. 365. Десятину, ну, запятую поставь. Остается 36,5. 36,5, где Великий пост. Смотрите, 7 недель. Суббота, воскресенье, это растительное масло разрешает. 5. 5 дней остается. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 5. 5 и 7. Сколько? 35. Суббота только одна постная в году перед Пасхой. Сколько? 36. И с вечера до утра 36,5. Понимаете? С точностью до часа десятина. Я никогда даже не подумал об этом. Иоанн Златоуст говорит, я прочитал, сразу понял. Принял. А ты скажешь, ну это совпадение. Вот ведь у нас разное отношение к этому. Я поверил самому плодовитому святому отцу. Ну а как ты? Ты не можешь сказать, что не 365 дней. Первую цифру ты не отвергаешь, а вторая она сама по себе уже пришла. И поэтому нарушать Великий пост, считать, что важная первая неделя последняя, а середина не касается, позволь, а на каком основании? Иоанн Златоуст говорит, вот сидят раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот 7 сестер. Вот они. И все они дочери Царя Небесного. Ну, земного. И ты почтил первую дочку и последнюю, а остальных пренебрег даже, царю это угодно будет. Просто образец. Простые маленькие примеры, они побуждают начать как-то в другой плоскости размышлять. Вот вы сейчас сами подумайте, а чем ты можешь помочь? Вот эта поездка. Уже коллектив, уже тут никто не может, только запасной один должен быть. Чем ты можешь помочь? Молитвой. Запиши, с сегодняшнего дня ты непременно молишься, чтобы Господь показал нам, где мы нужнее будем, где задержаться дольше, где нет. На 30-й день мы должны обратно выскочить уже из этой зоны. 30-й день мы обязаны пройти. Мы должны идти очень быстро. Больше, значит, 30 дней... Просто это намного усложняет, это уже определенно сказали. Первый раз, потому что мы там в это идем. Ну и все остальное уже позже. Что сказать? Как сохранить себя? Как сохранить то, что мы везем? Где что можно говорить, где нельзя говорить? Понимаете, мы тоже добыча для кого-то. Едут люди, говорят, что деньги есть. А почему не подкараулить-то?
ну, все понятно. Скажите, тем более я говорю все открыто. Открыто. Денег ничего нет. Это, вот сегодня сейчас 40 киллеров буду ждать. Они передохнут там на Ленинском. Никто сюда даже не дойдет. Я ничего не скрываю. Мы сами не знаем, что будет, как надо будет, откуда надо будет заходить. Это Бог делает. Я верил в свою жизнь. Ему апостол Павел собирал, говорит, при множестве таких сборов я беру свидетель Луку с собой, чтобы не подвергнуться нареканию. Зачем Павел это открыто говорил, писал? Весь мир знал, с какими деньгами, не просто в машине ехал. Никакой милиции, охраняющих, ничего не было. Одни разбойники в опасностях от разбойников на дороге перечисляют. И все деньги донес. А если не донес, я зато узнал, тогда прославь Бога. Тебе Бог пошлет с другого места. Вот я проверяю, насколько ты верен Богу. Я ему верил свою жизнь, и будет так, как ему угодно. Понимаете, вот этот маленький такой пример, что мы решили поехать, через это вас тоже Господь испытывает. Потом пожелаете участвовать. Ну, это один раз. А скажите, а в каких церквах такое было? Нигде пока не было. Нигде, никогда во всем мире. С таким товаром, и это не знаю даже, тем более со своим товаром. Со своим. И чтобы дарить и попасть во все государства, ну просто нету. Поэтому ответ один, не знает никто. Но мы через это, если сумеем пройти, дадим пример другим. Все открыто. С нами Бог. Покоряйтесь языки, как раз разные народности, ибо с нами Бог. Так, у кого что сегодня есть еще? Ну? Замечание, пожелание. Валера, никуда не уходи, поговорим. Ну, Николай тоже останется, мы постараемся утрясти завтрашний день. Завтра меня повезут показывать, где что надо платить. До сего я вспоминаю, первый был второй царь после Михаила, Алексей Михайлович. Как не любил он заниматься государственными делами. Он богослужения любил, шестичасовые. Да. Он знал в богослужениях. А когда нужно было посольство принимать, вот эти дела, как он не любил это все, говорит. Я вспомнил его, потому что мне вот это вот, что я сейчас занимаюсь, совсем не мое. Но это надо делать, я прошу, дай мне любовь к этому делу. Я бы вот кто-то принес мне, да, готовый, ну, я бы взял готовый документ. Ничего нету больше? Поблагодарим Бога, оставайтесь. Вот там вопрос. Так, кто? Сережа, да я хотел, братья. Давай. И сестры, помолитесь, пожалуйста, у меня на работе неприятности. Клиент отдал собаку, заплатил наперед деньги, приехал, и собака грязная. Но это, она в вольере, требует 15 тысяч назад. А чтобы чисто было что, шампунь мыть надо или что? Не знаю, что ему надо. А почему он дал на обучение? На обучение. Живет она не у меня, живет в гостинице. А скажи, если ты тренируешь, так солдат всегда грязный, ползает и по воде, и везде. Это напрасно. Ему главное научить. Собаки, он бегает, и грязным никто не считает. Они плодятся здорово. Договор у него с клиентом. Да. Хочу рассказать, братья и сестры, про дом. Тихо. Про тот самый дом. Кратко. Она уже рассказывает. Кратко. Обналичку с дома сняли, окна сняли, полы... Крышу уже начинаем разбирать. Слава Господу, послал хороших помощников. Андрею помогают. То есть у нас осталось только крыша и стены. В прошлый раз собирали им на дом, собрали 6800. То есть из этих 20 тысяч 6 были вот собраны. Сейчас нужны деньги заливать вот этот бетон, приедет бетон готовый, чтобы фундамент залить, там тоже это тоже примерно 15-20 тысяч будет стоить. Так что если есть желание, вот, ну, как бы там вот тетя Надя, собирайте. На второй очереди, да, первая очередь. Да, нет, это все отдельно, я и говорю, что если вдруг... Первая очередь благовестника, вторая очередь ваша. Так что пока можете подождать тоже. Людей тоже. Подумайте. Но сейчас не буду ничего показывать, мы тоже пьем. Все, поблагодарим Бога. Достойно есть такова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова рушую, сущую Богородицу тебя величаем.
Милосердный Создатель, Господь и Бог, даровавший нам жизнь, помоги нам ее всю посвятить Тебе. И о чем мы рассуждали? Если это от Тебя, Ты сам все устрой, удали все препятствия, положи на сердце быть нам ревностными, чтобы воля Твоя была исполнена в точности. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аминь.